за работу, которую вы должны сегодня вместе со мной были сделать. Вот его так у нас пройдет. Теперь послушайте. Значит, это второй параграф. Значит, я вам сейчас покажу многообразие. Так, пожалуйста. Так, значит, сегодня мы с вами будем проходить класс «Площадь и монетки». Я вам покажу, как в видеофизе вы посмотрите многообразие так этого класса. Так, а дальше у вас уже, как вы всегда, классические, Калина Николаевна, изучаете любых специалистов из класса. То есть вы изучаете... Так, среда обитания, кобыла. Так, где они обитают, знаете, 4 предыдущие, кобыла. Так, дальше, внешнее строение, так, внутреннее строение, так, и значение природы для человека. Так, значит, как бы, я таблицы никакие не даю, так, обычно, любая сервисная система, мы ее программируем, и вы мне делаете вот такие стрелочки, где я там? Значит, вторая лошадь, значит, лодка, пищевод, так дальше, живот, так, кишка, наверное, ответ. Ну, дикарь, боже мой, ну, что ты спрашиваешь? Окей. Значит, и вы тут же мне делаете вывод. Какой вывод? Какую же функцию выполняет пищеварительная система? Значит, вот так, как у нас все представители. Это мелкие микроорганизмы, но у них включена пищеварительная система. Вы сами сделаете вывод в свое суждение, напишите кратко. Так, а дальше я вам скажу, в чем сущность пищеварения? Это расщепление пищи. Так, проникновение так, в кровь питательных веществ и доставка кровью. Кровь доставляет каждой клетке, а пищеварение что делает? Только переваривание пищи под действием фермента. Будете писать, допустим, следующая система органов дыхания. Так и пишите жанры. Как-то не позабудьте, так как у нас система органов дыхания тесно связана с системой органов кровообращения. Так, значит, у нас жанры тесно перегружены вкусно, густо переплетены кровеносными сосудами. Так и в основном, да, у нас говорят легкие, сердце, легкие. То есть в легких что происходит у нас? Жабры. Так, дальше, пожалуйста, волосинки. Так происходит газообмен. Значит, газообмен в отделении кислород, который необходим для всех реакций. Так, а конечно...